Здравствуйте, господа. Стадион замер в ожидании интереснейшего матча. Он начнется вот-вот, и для вас уже работают ваши комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы очень серьезно готовились к этому матчу, потому что он, честное слово, непредсказуем. Столько прогнозов было с утра в газетах, но какой же из них окажется верным? Кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Ну а проигравшему, как говорится, уготовано забвение. Поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Хесус Навас. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Хороший перевод, такой длинный, долгий. Пас головой и мяч в штрафной площадке. Нет, этот пас был отдан слишком небрежно. Так, хорошо. Защитники буквально теряются среди игроков нападения. Как вовремя они разрядили обстановку. Этот парень стоит целой команды. Многообещающая подача. Он был обязан остановить нападающего. Если бы у мяча были глаза, он бы сейчас все поле мог увидеть. Сильва. Игрок решился на дальний удар. Мяч уливается за пределы поля, но атака будет продолжена. Игрок пошел вдоль боковой линии. Он свободен. Отличная возможность подавать. Мяч вратарю. Памятник вратарю. Жерард. Мяч у голкипера. А ведь это была очень опасная ситуация. И он не только спас ворота, а железно поймал мяч. Потеря. Игра продолжается. Агер. Теперь мяч у защитника. Вот зачем футболисту голова. И защитник получает мяч. Арбитр разрешает играть. Стивен Джерард с мячом. Мяч отобран. Хороший пас вперед. Шанс забить гол. Соперник производит впечатление какое-то раздавленное. Как красиво подхвачен мяч. Да, мяч у него отнять непросто. Неплохой пас верхом. Сильва. Как хорошо, когда защитник владеет таким пасом. Хесус Навас. Сильва. Кажется, они решили взять ворота числом. Мяч ушел из штрафной. Теперь Джерард. Вратарь подбирает мяч. Вратарь отправляет мяч вперед.
Теперь мяч у защитника. Аут. Игрок ведет мяч из-за боковой. Как всегда, традиционно, броском двух рук из-за головы. Заговорился я что-то. Красиво. Правильную занял позицию, и мяч перехвачен. Да, этот парень сопернику мяч не отдаст. Насри. Мяч перехвачен. Джерард. Очень жесткий подкат. Подкат в ногу, в кость. Мяч-то был еще далеко. И нет штрафного удара. Сейчас будет перерыв, а в матче еще не забито ни одного мяча. Вбрасывание из-за боковой. Из довольно опасного положения. Вынос. Сильва. Насри. Блестящий бросок. Рано радоваться. Впереди угловой. Насри. Мяч зависает на штрафной. Этот парень легко пройдет любого защитника. На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Первые 45 минут матча завершились со счетом 0-0. Половина пути пройдена, но во втором тайме нас все еще может поджидать немало сюрпризов. Немного промахнулся защитник с отбором. Удачный пас в глубину поля. Мяч отправлен в штрафную. Можно продолжать атаку. Джерард получает мяч. Прекрасное современное судейство. Все решения в пользу атаки. Только атаке еще надо научиться этим пользоваться. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Только пробить осталось. Мяч попадает в штангу, но остается в игре. Стивен Джерард с мячом. Отличный пас. Насри. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Хесус Навас. Нужно забивать. Теперь Джерард. Насри. Нападение в ударе сегодня. Удар даже сильно не получился. Это вратарь вывел мяч. Хесус Навас. Ну, сойдет. Переходим. Мяч в игре. Мяч перешел и убивает мяч. И они убивают мяч. Подальше от ворот. Четкая, организованная игра. Подкат выполнен абсолютно безупречно. Сильва. Дальний удар. Удастся ли поразить цель? И вряд ли игрок добивался именно этого. Очень толково сыграли защитники. Развернуться ему не дали. И, конечно, пробить из выгодного положения не было шансов. Насри. Мяч в игре. Хесус Навас. Вот, вот, вот. Замечательно сыграл. Насри. Очень своевременный перехват. Очень оригинальный вектор атаки выбран.
быстро сыграно. Амбициозным. Все сделал правильно. Чуть-чуть прицел поправить. Прекрасная игра головой. Чуть-чуть везения, и мяч находит правильную дорогу. Да, похоже, у этого парня соперников сегодня нет. Назначается угловой удар. Красивая игра головой. Похоже, этому игроку трудно расставаться с мячом. Я думал, мяч уже окажется в сетке, но, увы. Хорошая работа. Этот был свободен. Ну что, народу много, можно массу комбинаций разыграть. Самолета. Подальше от ворот выбивает мяч защитник. Подкат в пользу бедных. Пас, класс. Сильва. Мяч катается от игрока к игроку. Мяч пересек боковую линию. Это вбрасывание. Джонсон. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Хесус Навас. Клиши. Пас находит игрока в очень удачной позиции. Хорошая игра. Замечательно. Большие ворота, и как можно использовать их площадь. Очень удобно. Мяч лег в верхнюю часть. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Какой замечательный пас. Вот наклонная защита. Отличная позиция для навеса. Там есть кому подавать за вертовой мяч. Штанга, а как можно продолжать? Да, повезло. Но без движения фигуры никуда. Мяч у защитника. Ну, наказывать, наказывать карточкой. Нет, по-моему, этого не будет. Я посчитал эпизод недостаточно жестким. Вот за этот подкат будет желтая карточка. Ну что ж, кажется, обошлось без травм. Но за такую агрессивную игру можно получить не только желтую карточку. Мяч в руках вратаря. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Стивен Джерард с мячом. Неудачный такой подкат. Вся команда отошла в оборону. Требуется подкрепление. Насрели. Хесус Навас.
интересно получится ли команде реализовать этот угловой удар. Какая смелая игра главой. Игрок забирает мяч в ворота. Смогла мобилизоваться, собралась силами, забила еще один красивый гол. Что дальше? Жалости эта команда не знает. Они будут забивать голы, пока хватит сил. Матч закончился победой. Мы поздравляем футболистов и желаем им удачно провести следующие игры этого сезона. Конечно, бывали случаи, когда на последних минутах забивалось и по два решающих мяча. Вспомните хотя бы Манчестер и Баварию в Лиге чемпионов. Поэтому сегодняшний случай можно назвать классическим. Выдающийся гол на последней минуте, неподражаемый.